И начинаем со срочной новости. В Самаре в ходе спецоперации взрывотехники ФСБ обезвредили самодельное взрывное устройство и задержали двух подозреваемых в причастности к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Это первые кадры с места событий. Предполагаемые пособники ИГИЛ жили в многоквартирном доме на улице Товарной в поселке Зубчининовке. Чтобы выйти на них, была проведена серьезная оперативно-розыскная работа. Жильцов на время проведения антитеррористической операции эвакуировали, территорию оцепили. Сейчас люди уже вернулись в свои дома, их безопасности ничего не угрожает. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Взрывное устройство передано на экспертизу. Подробности задержания смотрите завтра в наших выпусках новостей.